Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы проведем наше экспериментальное видео, в котором мы будем реагировать на два других видео, которые нам прислал донатер под названием «Злой шлёп». Большое тебе спасибо. Я на самом деле никогда не производил реакции на видео, и если честно, мне как будто кажется, что от меня это будет не совсем интересно, с учетом того, что у меня даже нету веб-камеры, следовательно, весь спектр эмоций не будет виден. И я даже не знаю, как я буду реагировать на данное видео, но я уже понимаю, что это такая ностальгия, потому что, посмотрите, у нас тут стикманы в мире Майнкрафта. Мне кажется, большинство из вас смотрели эти видео еще даже в раннем детстве, если вы сейчас примерно моего возраста, потому что я, ну, до сих пор помню лет 10 назад, как начали выходить первые части, а это у нас пятая часть, и я уж даже навряд ли ее смотрел, потому что я что-то не помню. Поэтому давайте-ка приступать, посмотрим, что у нас тут будет. Так, два стикмана, курица. Что это он? Что они хотят? Курятник построить? Я ничего не понимаю. А, он пытается... Он курицу построил. Что-то не то. Не тот клюв. Мне что-то этот клюв не очень нравится. О! Сбежала! Почему? Ты типа испугалась? Что они делают? Я не понимаю. Так. Они же будут музыку играть. Я не знал, что так система работает у нудных блоков. Это правда или нет? Блин, аж захотел свою мелодию сделать. О, ну тут сейчас вообще будет, видимо, разнос музыкальный. Свою собственную группу создают. Блин, а реально что ли так работает? Я вообще не в курсе был. О, биты прям делают, слушайте, качает. Нифига. Я даже не знаю, блин, эти мелодии. Я вот первую помнил, а вот это вот что-то вот не в курсе. Так. Дорогу мастерам, да? Как же он чувствует. Молодец, молодец. Пипец, как же они там все совершенствуют. А звучит прикольно. Опа. Что-то по ушам только бьет немного этот звук. Звучит прикольно. Жесть, я не знал, что так можно быть диджеем в Майнкрафте. Ну, кстати, реально что-то нормальное, что-то стоящее. Во-первых, мне интересно, это реально канон? Типа, все эти звучания. Он типа его учит? Ага. Офигеть. Прям дирижер у нас зеленым тут выступает, всех поставил, как каждый должен.
рычаг. В чем прикол рычага? Нет, это уже... Такого уже нету. Вот до того, как появился рычаг, я еще мог поверить, что так все и является, но теперь я уже не очень верю. Бедного оранжевого разбудили. Здесь музыка орет, мне, наверное, надо было взять потише. О! О, оранжевый меня понимает. О, нифига. Ты перестарался, оранжевый. Оранжевый, хоть на чуть-чуть включи. Ну все, сейчас будет, видимо, битва. Так. Ну все, ничего не играет. А, не... а, давай сейчас. Только не на 100, давай не на 100. 50. А было сколько? 100, понятно. Сейчас будет, видимо, разрыв ушной. Так. Бедный оранжевый, бедные наши уши. Офигеть, у них тут. Как же они чувствуют реально. Но я как понял, вот на этом у нас первое видео и закончилось, потому что там начал какой-то человек говорить на непонятном английском языке. А так, видимо, видео закончилось тем, что у нас оранжевый, ну, не может никак уснуть, и, видимо, в следующем видео он будет мстить, поэтому посмотрим, что там будет. А тут уже эпизод 16-й, то есть до этого мы смотрели 5-й эпизод, а это 16-й, что-то она жмыхнула жестко. Если честно, думал, что это будет 6-й эпизод, типа продолжения. Ну ладно, сейчас посмотрим. Это у нас батл нотных блоков продолжается. Посмотрим. Они тут усовершенствуют. Ну блин, в начале первого видео я еще верил, что они сами это делали. Ну типа по-майнкрафтовски. Сейчас я уже не верю. Но при этом прикольно, прикольно все это сделано. Реализован. Сколько же труда? Это же все покадровая анимация, наверное. Бедный зеленый, ему вообще ему не дают просто ничего сделать. Ну подождите, он в прошлом видео всех строил, всех пытался как-то сделать, чтобы все под него подстраивались, поэтому пускай теперь другие поиграют. Конечно, зеленый получше чувствует. Ты куда? Ты что творишь? Ну все, давайте реально это батл. Я хочу эпический батл. Я не хочу ваш музыкальный батл. Мне надо разруху. Мне надо эпик. О, зельки делают. А курица зачем? Ну, зелька нотного блока. Они что, сейчас реально все будут музыкантами? А, запоет, запоет. И там курица биты качает. А-а-а. Нифига. Он плачет? Ну, повторяют. Они нашли друг друга. Вот это прикольнее, чем они в прошлом видео делали. Четверо против одного. Но они друг за другом, они, то есть, у них не батл, они просто дополняют друг друга. Они все сейчас станут музыкантами. Ну все. Блин, а у курицы скоро эффект спадет. Как они поймут, кто в этом батле побеждает, я вообще не понимаю лично.
Они как будто просто вместе что-то сделали. А типа зеленый хотел быть один, и сейчас он, наверное, грустит, потому что те веселятся, а он так и не смог что-то сделать. И он сейчас подойдет, типа, ребят, сорян, я тоже хочу быть с вами. Не, видимо, он не хочет. Видимо, он что-то не очень хочет. Он, нифига, клавиши сделал. О, а наши не отстают. Вот это импровизация лютая. Балалайка какая-нибудь. Всё. Блин, вообще не канон. Прикольно. Я поначалу думал, офигеть, все это можно будет реализовать в Майнкрафте. Сейчас я уже что-то немного сомневаюсь в этом. Молодцы, молодцы. А что они хлопают? Типа они победили или что? Ну они веселятся как минимум. Зеленый больше сейчас на стрессе, на нервах трезубит. На что он зачарен? Сейчас в курицу устрянет. А нет. Что это? Ну это жуткая музыка. Ну ладно, они не жутко ее сделали. Поэтому ладно. Я больше ору с курицы с балалайкой. Нашли кому дать балалайку. Электрогитара. О, нифига, курица-то молодец. О, ультразвук. Сейчас что-то взорвет. А, нет. Это точно электрогитара? Надо разбить гитару под конец. Кто разобьет, тот и победит. Отвечаю. Чтоб по канонам было. Не гитары мы сегодня. А, оранжевый это существует еще тем временем. Я вообще забыл про него совсем. Ну тут уж нет смысла спать. Иди лучше с ними поиграть. Да, да. Почему я чувствую оранжевого? О, о, о! Разбей, разбей, разбей! Не разбил. Блин, разбил бы, точно победил. Но он показал, да, кто тут главный. Не все офигели. Слушайте, прикольно. Блин, прикольно было. Я почему-то... Мой самый любимый герой, видимо, это вот будет курица и оранжевый. Потому что, ну, вот уже второе видео подряд я просто как будто бы знаю, что он будет делать. Надо же. Ну, прикольно. Прикольно, на самом деле, видео. Я не знаю, понравится ли вам реакция на данные видео. Я надеюсь, что правда понравится. Я очень старался быть искренним. Самое вот, ну, реально, что как бы не делать прям какие-то сверхэмоции. Я могу там кричать ультразвуком. А-а-а, оранжевый пришел. Но я бы очень хотел быть как-то, ну, правда, искренним. Показывать свою реакцию на те или иные вещи. Ну, что сказать, прикольно, блин, правда, прикольно. Я вот не знаю, типа, как вам зайдет, нет? Пожалуйста, пишите об этом в комментариях, а на этом я буду заканчивать данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока!